Еще один погиб в больнице. Скончался третий пострадавший при взрыве на маслозаводе в Балаково. Бой за звание чемпиона мира. В Саратов прибыл соперник Артема Чеботарева Дмитрий Митрофанов. Трещины в стенах, сыпется потолок. Студенты театрального института собственными силами пытаются отремонтировать учебное учреждение. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.